Милиция Минщины задержала целую группу поставщиков наркотических средств. Речь идет о распространении психотропов с четкой организацией процесса. Продажу вели через интернет. Сначала сделал по килограмму, потом по пять. Сразу? Да. То есть за день ты мог 5 килограмм сварить? Нет, получается, за дня 2 килограмма. То есть, ну, я не сразу все смешивал. То есть, ну, в неделю, да, в день килограмм. В руках правосудия оказались 5 человек. Организатор распространения отравы в Беларуси сам заниматься мелким сбытом ленился, решая лишь организационные вопросы. Его 28-летний неработающий подельник занимался непосредственной закладкой товара. Это когда наркотик взвешивают, фасуют мелкооптовыми партиями и прячут в тайниках. Из таких тайников вблизи деревень Бахметовка и Нелидовичи смертоносный клад забирали для распространения еще 3 задержанных белорусов. Забирал клад. Какой? Я не знаю, что внутри содержится. Место в районе Чижовки, не знаю, координаты в телефоне находятся. Сколько веса второго? Без понятия, там написали, что фасовали без весов. А сколько в кладе должно было быть? 50. 50 грамм? Да. Чего? Грамм чего? Не знаю, я не беру его. Наверное, порошка. Порошка, да? Вся эта компания могла и не знать друг друга в лицо. Так действуют современные наркодилеры. Никаких встреч. Все расчеты производятся исключительно бесконтактным способом. У дельцов изъято вещество альфа-ПВП, синтетический психостимулятор, про который говорят, что он превращает людей в зомби. Передозировка грозит смертью от инфаркта. В целом у задержанных изъято 1,5 килограмма наркотика. Расследование дела и установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных продолжается.